Коммунальщики тщательно обрабатывают поручни, почтовые ящики, ручки дверей. Все объекты, с которыми соприкасается рука человека. Дезинфекцию, уверяют, проводят ежедневно. Узнать о реальном положении дел заместитель руководителя жилищной инспекции Московской области Эдуард Сущенко решает у местных. Цели сегодняшнего мероприятия – это все-таки уточнить и проверить, на самом деле проводится ли санитарная обработка. И вторая цель – это все-таки директорам управляющих организаций довести всю методологию от начала и до конца, как нужно правильно выполнять санитарную обработку и достичь максимального результата. Представитель управляющей компании уверяет, сотрудники коммунальных служб работают, не покладая рук. Все подъезды обрабатываются в ежедневном режиме, согласно графику. Графики размещены в местах общего пользования. Обработка проводится абсолютно всех поверхностей первого этажа. Комиссия обратила внимание на соблюдение так называемых норм безопасности. Здесь нареканий нет. Все сотрудники коммунальной службы экипированы как полагается. Специальный комбинезон, перчатки, респиратор. Обеспечить всеми необходимыми средствами защиты работников готовы в администрации городского округа. Сейчас собираем потребность с управляющей компанией. Мы начали это делать с субботы. И кто из вас еще не подал, вы тоже подайте в наш отдел Скадаеву Марату. И мы будем прорабатывать по дезинфекции со складами, с большими магазинами, чтобы здесь вам оказывать содействие. Помочь готовы буквально со всех сторон. Однако важно понимать, что не санобработка помещений, недостаточное количество индивидуальных средств защиты не смогут на 100% обезопасить людей. В случае, если они сами будут пренебрегать необходимыми мерами предосторожности. Ксения Брагина, Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.